Сегодняшний видеоурок посвящен фишке тр, и вместе с тр можно делать та-та. Но сначала тр. Тр делается шепотом и на выдохе. Так это звучит на средневысоком варгане, так на среднечастотном, на среднебасовом в том числе, да? А уже на басовом это будет звучать менее ярко, на ультравысоком. Двигаемся дальше. Теперь прибавляем ритмы могут быть совершенно разные. Вальс, либо прямой ритм, либо медленно. Самое главное, попробуйте соединить тр и ча-ча. На выдохе, на вдохе уже, да, ча-ча происходит. Всем спасибо за внимание. Кому интересен мой видеокурс 100 уроков, обращайтесь.